Здорово, господа. Хочу показать вам электрический велосипед с двумя моторами. Производство Бельгия, называется Элио. Так, начнем сперва с мотора. У него есть передний мотор. И в середине, как в Bosch системе, он не зависим от педалей. Окей, это разные. Ты можешь просто педали можно тоже крутить. А мотор, он сам по себе автоматически крутит колесо в зависимости от оборотов педалей. То же самое, здесь дистрибьюция идет 60%, 40% на переднее колесо, чтобы не было заносов, чтобы езда была устойчивой. Она еще сделана из резины, так что будет служить очень долго, потому что не нужно его смазывать и т.д. Вот. Весит он примерно 40-45 килограммов, нелегкий. Опса. Вот, видите, здесь мотор, он напрямую связан с колесом. То же самое V-Build, резиновый этот build. Колеса широкие, большие. Где-то 6-7 сантиметров, по-моему. То есть трамвайные линии и все такое, она без проблем поедет и не застрянет. Дальше что у нас есть? Сигнал. Прям как на машине. Очень звонкий. Потом есть еще передний амортизатор на руле. Очень хорошо работает, между прочим. Такой амортизатор можно сюда поставить, но это уже экстра считается. Батарейку можно вытащить, она не фиксированная. Сзади рак можно положить 25 килограммов максимум. Потому что еще свет где-то 600-700 люмен, очень яркий. У него есть ближний и дальний, очень хорошо работает. Тормоза гидравлические, по два пистона дисковые, спереди и сзади два пистона, очень эффективные. Обычный компьютер, где показано время, километраж, все такое. Когда он 4 секунды, если педаль не крутит, он автоматически идет на паркинг маут. Чтобы это снять, просто нужно нажать на кнопку, и она идет D. Drive mode. Если, например, на светофоре, чтобы постоянно этого не было, можно drive mode, можно один из тормозов просто держать, и компьютер будет думать, что вы еще едете, и она всегда будет в режиме D. Это очень удобно. Панель не снимается, она фиксированная. Вот. По мощности аккумулятор где-то 1500 ватт емкость. На полном, на максимум скорости она будет где-то ехать. Тотал где-то рейндж 50 километров, 60 максимум. А на стандартном режиме где-то 150 километров. Цена такой модели 8000 евро. Много или немало, да, недешево. Но едет очень хорошо. Она наподобие как швейцарская Стромера, но мне кажется, это намного лучше. Называется Элио. Модель Элио, да? Марка. Вот. Что еще интересного, если педали на две обороты назад закрутить, у него как этот торможение мотором, этот, то есть моторы превращаются в генераторы, и они заряжают батарейку на спусках, это интересно. Вы просто один круг делаете оборот на педалях, и сразу моторы превращаются в генераторы. Вот. Так что вот такой вот спереди обычный стоп, тормоз. Свет, освещение, это обычный замок. Вот такой вот велосипед Элио.